На часах 20:30, это время КЭБа. Оставайтесь дома, а мы расскажем о главном на этот час. Ковид-лаборатория в Приднестровье получила первые результаты. Накануне специалисты исследовали 63 пробы наших граждан. Из первых 30 – 9 подтвердили COVID-19. На одну загрузку тестов, а эта партия как раз в 30 проб, уходит 5-6 часов. Об этом на оперштабе рассказала заведующая лабораторией Наталья Алексеенко. При этом часть анализов по-прежнему отправляют в Кишинев. Приступили у нас и к экспресс-тестированию. Сейчас обследуют врачей и милиционеров. Экспресс-тесты провели приднестровцам, вернувшимся из России. Всего в Приднестровье подтвердили 338 случаев коронавируса. 24 человека выздоровели, 16 скончались.